Хроника киевской жизни все сложнее подается анализу. В ней трудно искать смысла, ей хочется поставить диагноз. Вот все тут в кучу. И реакция на смерть Бузины, и бряцание американским оружием. Но начну все-таки с хорошего. Виталий Кличко, мэр Киева, написал в газету Wall Street Journal письмо «Welcome back to Kiev». Это призыв дружить с Киевом, ехать в Киев и везти сюда деньги. Кличко, как мы знаем, конечно, не птица говорун, писал точно не он, но мысли точно его. А чего на форумах уже назвали это письмо сочинением пятиклассника на свободную тему. Начинает он с воспоминаний. Вот когда меня год назад избрали мэром Киева, Киев лежал в руинах, Киев горел, протестующие прикрывали улицы, возводили баррикады и поджигали покрышки. И сразу есть вопрос к автору, а не он ли звал на баррикады тех, кто разрушал Киев? Ну хорошо, рядом есть любопытнейшая фраза. Мы только что свергли коррумпированного диктатора силами движения Евромайдана. И отметим, уважаемые издания публикуют признание участника беспорядка в том, что президент был ими именно свергнут. Как известно, вообще болтун – это находка для шпиона. Но письмо все-таки не об этом. Он зовет всех в Киев открывать бизнес, потому что теперь он его мэр, и все в его Киеве хорошо. А если кто-то сомневается, то он, Кличко, заверяет, гарантией для инвесторов являюсь я. Ну, кто бы сомневался. Вот такое хорошее письмо, будто и не про Киев вовсе. Впрочем, тем, кто не готов верить в эту такую романтическую билиберду, он отвечает, я не собираюсь рассказывать сказки. Ну что ж, и мы не собираемся. Какие уж тут сказки, тут иной жанр нужен. Итак, не сказки Киева за эту неделю. У Петра Алексеевича Порошенко есть мечта. Он хочет, чтобы его Украина, а он всегда так говорит, моя Украина, моя страна, мой народ, граничила не с Россией, а, например, с Францией. В этом он честно признался в Париже, куда приехал к президенту Олланду просить денег, оружие, солдат, поддержки, ну и что-нибудь еще. Дай мне миллион, дай мне один миллион. Еще он просил не отдавать России Мистрали, словно и не знал, что России эти корабли уже даром не нужны. Под конец дежурно попросил отменить визы. Франсуа Олланд был вежлив и тактичен, но говорил неприятные для Петра Алексеевича слова. У Европейского Союза есть желание, чтобы украинцам было легче передвигаться за пределами Украины. Но что касается безвизового режима, то в этом вопросе у европейцев есть неуверенность из-за организованной преступности на Украине. Это угроза для нашей безопасности. Для предоставления безвизового режима Киев должен выполнить ряд условий, и тогда уже будут приниматься те или иные решения. Вместо денег, виз, миротворцев и всего такого прочего, Порошенко получил от европейского коллеги совет. Занимайтесь экономикой, а не войной. Боритесь с коррупцией, принимайте человеческие законы. Наводите, проще говоря, порядок в своей Украине. А потом приходите, поговорим. Тем временем в его Украине и в самом деле шла борьба. Боролись все против всех. Покалеченный депутат Рады Андрей Лозовой возмущался. Его и его коллег, радикальных депутатов из числа полевых командиров Нацгвардии, собираются судить за уголовщину. Мир, каким его видит пан Лозовой, разрушается на глазах. Ну подумаешь, стреляли, разбойничали, отжимали активы под шумок АТО. Да мы же на колчаковских фронтах. Вот и костыли имеются. Депутат Матвиенко ему возразил, дескать, уголовник он и на Украине уголовник. Судить надо. Такого унижения коллега Лозовой не стерпел и бросился на врага с костылями. Коллеги, поверніться, будь ласка, на свои места. Что вы цирк влаштовуєте? С одной ногою. Герои на фронте, коллеги. Вот так с шутками и прибаутками в Раде принимаются полезные законы по европейскому образцу. А центр Киева снова в осаде. На этот раз пришли голодные шахтеры и стали стучать касками. Пока по брусчатке. Цены очень высокие. Вот эти все люди, это вчера те, кто был средним классом, которые могли себе что-то позволить. Сегодня это нищие люди. Горняков объявили тетушками и провокаторами, а прислал их в Киев, конечно же, лично Путин. У нас тут война с Россией, а вы каких-то зарплат просите. Дружно написали в своих фейсбуках министры и депутаты. Ишь, что удумали зарплаты. Может быть, еще тарифы на ЖКУ снизить?
Тем временем Порошенко проголодался и отправился на Яворский армейский полигон пообедать с американскими солдатами. Конечно, никаких американских военных на Украине нет и быть не может, но некоторые иногда заходят перекусить. Подавали первое, второе и компот. Бравые вояки со звездно-полосатыми шевронами оценили кухню. Наверное, оценили бы ее и солдаты регулярной армии Незалежной, но у них нет такой технической возможности. При удачном стечении обстоятельств они едят макароны и сало. Обычно же занимаются охотой и собирательством. Войск НАТО, как уже было сказано, на Украине нет. Есть только русские войска, но они так хорошо прячутся, что их не видно. Но из Вашингтона все равно чуть-чуть разглядеть можно. Это очень сложно получить доказательства, поскольку русские используют тактику маскировки на востоке Украины. Тяжело определить, сколько именно подразделений там находится, но мы точно знаем о существенном присутствии русских. Вы говорите, что русские маскируются? Как же вы все-таки их заметили? Как вы можете утверждать, что они там присутствуют? Ну, есть масса различных способов, как это сделать, Мэтт. Я не собираюсь вдаваться в детали. Кадры, которые вы видите сейчас, постановка, грязный монтаж. Это не то, что вы думаете. 290 американских военных инструкторов не прибывали в Незалежную. Никаких американских военных инструкторов не существует в природе. Офицеры из других стран, включая, вы не поверите, Австралию, это тоже выдумка и кремлевская пропаганда. МИД Великобритании отказался комментировать политические убийства в Киеве. Журналист Бузина и бывший депутат Рады Калашников не граждане Великобритании, значит, и говорить тут не о чем. В этот момент нам открывается страшная правда. Получается, что оппозиционный российский политик Борис Немцов, убитый в Москве, был гражданином Великобритании. Иначе нет ни единого объяснения, почему Лондон так бурно и яростно комментировал это преступление. Впрочем, возможно, мы чего-то не знаем, зато точно знаем, что на Украине начинается время большого политического террора. Власть не только отказывается расследовать резонансные убийства журналистов и оппозиционеров, но и напрямую угрожает тем, кто еще не понял. Похоже, что отстрел свидетелей по делу антимайдана продолжается. Всем, кто имел отношение к организации и финансированию антимайдана или другим противоправным действиям против Майдана и чувствуют угрозу жизни, просьба обращаться в правоохранительные органы, чтобы не последовать по пути Калашникова и Бузины. Тем временем сам пан Геращенко, чей доход за год службы, если верить налоговой декларации, вырос в 12 раз, попал в неприятную историю. Депутат и советник главы МВД схлестнулся в заочной полемике с журналистом-расследователем Анатолием Шарием. Шарий нашел счета и личные данные людей, стоящих за пресловутым сайтом «Миротворец», тем самым, где сначала публикуются адреса и телефоны оппозиционеров, а потом, по чистому совпадению, этих оппозиционеров кто-то убивает. Антон Геращенко занервничал и пообещал журналисту проблемы. С какой стати Интерпол должен вообще удовлетворить? Мы туда подадим документы, подтверждающие финансирование тобой, твоих счетов и твоим участием. Да ты шо? Нарисуешь фейковые? И для такого случая у нас всегда все настоящее, друг. Тебе позвонят сейчас. Вот. Пожалуйста, возьми трубочку, пообщайся. У тебя еще есть шанс в жизни. А потом вот такой звонок. Алло? Знаешь, слушай меня. Так. Не правда ли, классический образец европейских ценностей? Но МИД Британии, безусловно, это комментировать не будет. Что тут вообще комментировать? А в Киеве весело и страшно. Миловидная радикальная депутатша предлагает снести в центре города памятник Ленину. Дело хорошее, но памятник уже давно снесли. Дамочки, видимо, не сообщили. Но это мы знаем. Дедушка умер, а дело живет. Киевляне, пока немного, всего 1000 человек, пришли к посольству США и заявили свой решительный протест. Не хотят жить под внешним управлением. На этот раз все прошло мирно, но горожане обещали вернуться. До этого они уже приходили и приносили с собой фекалии. Что захватит в следующий раз, вопрос открытый. В прошлом году в тренде были автомобильные покрышки. Возможно, 2015 год принесет таки моду на отходы жизнедеятельности человека. Киевский патриарх Раскольник Филарет наградил медалью за жертвенность и служение вере грузинского наемника Георгия Джинилидзе посмертно. При жизни Джинилидзе был известен боевым товарищем под позывным «Сатана». Возможно, теперь и его канонизируют.
И вот давайте еще. Правительство Украины намерено заменить русских жителей, бежавших в этом году с востока страны, на мигрантов из стран Азии и Африки. Арсений Яценюк предложил своему итальянскому коллеге Маттео Ренци создать на территории Украины трудовые лагеря для нелегальных мигрантов. И информация об этом разошлась по СМИ именно в те дни, когда в Средиземном море, так и не добравшись до Европы, погибли несколько сотен нелегалов из Северной Африки. Понимая, что Европа давно стоит перед неразрешимостью проблемы нелегальных беженцев, украинский премьер предложил план ее решения к взаимной, как сказано, выгоде сторон. Вот такие лагеря якобы можно развернуть не только на юго-востоке Украины, но и в Одесской, Херсонской, Николаевской областях. Итальянская сторона дипломатично обошла этот слух молчанием, не подтвердив, но и не опровергнув его. Есть ли действительно такие планы у Яценюка? Но идея настолько бредовая, что даже похожа на правду. И тогда вопрос, а чем на Донбассе можно занять новую рабсилу? Наш въедливый аналитик Петр Маринин попытался представить жизнь новых украинцев. Арсений Петрович – прагматик и человек дела, так что все вполне логично. Граждане Украины со всех ног бегут от голода, войны и нарастающего безумия. Освободившиеся территории надо кем-то заселять. Нелегальные мигранты из Африки вполне подойдут. У них масса достоинств. Во-первых, сразу видно, что не москали. Во-вторых, они отлично умеют прыгать и на месте, и в длину. Можно даже вырастить парочку олимпийских чемпионов. Остальным же наверняка понравится жечь покрышки и читать хип-хоп под заунывные украинские мелодии. Конечно, нелегалы не очень любят работать, но для Украины это не новость. Там давно уже никто не работает. Да, они не знают мовы, но и это не такая уж беда. Даже украинские ультранационалисты, когда их никто не слышит, используют более привычные им языки – русский или идиш. У многих мигрантов за плечами опыт реальных боевых действий, так что они с радостью вольются в какой-нибудь добровольческий батальон Чунга-Чанга. Ну а свирепости им не занимать. Пресловутую АТО можно будет завершить в считанные дни. Тем более, все мы знаем, темна украинская ночь, вот и разгляди в этой тьме афроукраинца. А что же выиграют сами мигранты? Ответ очевиден. Во-первых, эти несчастные молодые мужчины просто обожают белых девушек, а все фертильные украинцы или в армии, или сбежали от призыва. Остались только депутаты Верховной Рады, министр Фейсбука Арсен Аваков и героический сын Петра Порошенко. А во-вторых, мы же знаем, нелегалы, рискуя жизнью всеми правдами и неправдами, пытаются попасть в Европу. А Украина ж цель это самое и есть. Ну, вы поняли. И еще, если Порошенко заявляет, что ему нужны другие соседи, вот не такие, как Россия, то впору о новых соседях мечтать и Польше. История с принятием Верховной Рады закона о героизации националистов украинской повстанческой армии разгорается в Польше в большой политический скандал. Вот на прошлой неделе возмутились польские депутаты, а на этой свою оценку этому недружественному шагу соседа дал президент Бранислав Комаровский. В интервью польскому телевидению он дал понять, что Польша не забыла зверств УПА, и пока Киев будет считать националистов героями, Польша говорит, с Украиной не о чем. На чем полега несчастье? В чем заключается беда этого украинского закона? В том, что он, по сути, делает невозможным польско-украинский диалог. А без диалога нет примирения, нет решения многих вопросов. Следовательно, если говорить о польско-украинских отношениях, вопрос, несомненно, не закрыт. Кстати, Рада этот закон приняла, но Порошенко его пока не подписал. И даже любопытно, что будет, если не подпишет. А такая вероятность есть. Законом недовольны не только в Польше. Ведь придется и советские звезды вернуть, и отечество на войну тоже. Так что увидим. А пока в Польше начали считать, какую недвижимость надо на Украине забрать, чтобы вернуть ее прежним владельцам. Там уже учреждена организация для возврата польского имущества на Украине, реституция кресов. Конечно, закона о реституции на Украине еще нет. Соглашение с ЕС к этому не обязывает. Но ведь Порошенко мечтает попасть в ЕС. И вот тогда через реституцию прошла почти вся Восточная Европа. И в Латвии, и в Эстонии сегодня тысячи людей с содроганием вспоминают, как на пороге их домов вырастали прежние хозяева. В зоне риска для Украины ее западная часть. Вот та, что в советское время отошла Украине именно за счет Польши. И претензии соседей получаются вполне справедливые. Вы же не признаете советскую историю? Так давайте. Дома, хутора, замки, картины. Как уже шутят в интернете, с чего начнем реституцию? Давайте еще что-нибудь простого. С границы, например. Слово нашему специальному корреспонденту Дмитрию Пищухину. Руководители организации «Реституция кресов» Кондрада Ренкаса с Украиной личные счеты. Прабабушка его жены чудом избежала волынской резни. В 40-м году в деревню, где она жила, вошли бандеровцы. Сожгли дома, а большинство сельчан убили. От расправы женщине пришлось скрываться в Польше. После войны ее родственники получили свидетельство, подтверждающее, что на Западной Украине у их семьи остался родовой дом с участком.
Кто есть вообще прабабка моей жены? Это прабабушка моей жены. Мы даже знаем точно, где находился ее дом. Там сейчас располагается школа. Школу мы, конечно, украинских детей отбирать не будем, но это был прекрасный особняк, за который мы хотели бы получить компенсацию. Судя по количеству судебных исков, поляки настроены весьма решительно. Больше 100 тысяч граждан готовы доказать, что являются наследниками людей, которые владели имуществом на территории Западной Украины. Дома, квартиры, земли, особняки, гостиницы и даже церкви и крупные предприятия. Все это может и должно вернуться к прежним хозяевам. На земле Львовский и на иных. Украинцы хотят жить в Европе, в которой, как известно, главную роль играют документы, законы и деньги. Так как немцы или евреи предъявляют свои права на имущество в Польше, Чехии и в других странах, так мы будем требовать возврата или компенсации за наше имущество на Украине. Есть такая польская поговорка: давайте любить друг друга по-братски, но расчеты вести по-европейски. Принятие закона о реституции или возврате собственности – обязательное условие для всех стран, подписавших договор о вступлении или ассоциации с Евросоюзом. Теперь становится понятно, говорят некоторые аналитики, почему руководство Польши и Прибалтики так настойчиво поддержало европейские амбиции незалежной. Бывший президент Польши Александр Квасневский так вообще за последний год приезжал туда 26 раз. Если Украина – це Европа, то ей придется полностью подчиняться международным законам. А значит, все, кто скакал на Майдане, требуя отмены виз и дешевых кружевных трусиков, сами проскакали свои дома и земли во Львове, Ивано-Франковске и Тернополе. Такие обличения проводил жон польский. Последний раз подсчеты проводились 10 лет назад. Уже тогда стоимость польского имущества только в довоенных границах Польши составляла 5 миллиардов долларов по тогдашним расчетам. Но сегодня эта сумма может быть еще больше. Процесс, которого, судя по всему, не избежать Украине, уже имел печальные последствия в других странах. В 90-х через реституцию прошла Венгрия, Словакия, Германия и вся Прибалтика. В Латвии, например, по итогам судебных процессов своих квартир лишились более 110 тысяч человек. Практически весь центр Риги застроен старинными латышскими домами. После распада Советского Союза моментально объявились бывшие домовладельцы. Представляете, стучится к вам человек и говорит: собирайте вещи, теперь я здесь живу. Выселение из квартир для многих стало настоящей трагедией. Но и многим новым собственникам жилье оказалось без надобности. Вот и стоят в центре Риги заброшенные здания, одним своим видом напоминая о болезненной реституции. Передел собственности Латвия переживает до сих пор. Законодательство этой страны разрешало возврат имущества наследникам вне зависимости от их места жительства и гражданства. В итоге на недвижимость, предприятия и земли в Латвии претендовали граждане Америки, Канады, Израиля и других стран. Подавались заявления в суд, и эти судебные процессы шли очень быстро. Вот они шли на протяжении 15 минут, судебные процессы, принималось решение о выселении людей на улицу без предоставления жилья. От реституции не спасал ни статус, ни звание, ни положение в обществе. Знаменитая латвийская актриса Вия Артмане встретила старость на даче у своих друзей после того, как прежний хозяин выставил ее из квартиры в центре Риги. Мы же попытаемся заглянуть за кулисы театра. За кулисы вашей судьбы. Лайма Вайкуле всегда мечтала о собственном доме в Юрмале. Но стоило ей закончить в старинном особняке ремонт, как на следующий день из Швейцарии прилетел законный владелец недвижимости и указал певице на дверь. Украину, я думаю, ждет та же участь, только помноженная на 100. Украина, она же вообще как бы, ну, чуть ли не последняя такая советская, бывшая советская республика, которая, по сути, еще и не вышла из 90-х годов. И это приведет, я думаю, что к колоссальному числу конфликтов. Те же, кому хватило сил бороться с внезапно нагрянувшими собственниками, до сих пор живут на осадном положении. В квартире Карла Занделеса нет отопления, горячей воды, перебои с электричеством. Домовладелец делает все, чтобы выставить семью на улицу. Занделес не может продать или обменять свое жилье, прописать в квартире родственников, даже вбить в стену гвоздь нельзя без согласия хозяина. Мы хотели подписать с хозяином квартиры договор аренды. Нам предложили заключить его на один год. Домовладелец выставил грабительскую арендную плату, почти 3 евро за квадратный метр, когда все платили по 26 центов.
Разумеется, поставленные условия нас не устраивали, но когда мы пришли к собственнику договариваться, он сказал нам, что с бомжами не хочет иметь дело. Не хотите платить? Выметайтесь вон. По какому сценарию пойдет передел собственности в стране, где даже не могут договориться со своими гражданами, страшно представить. Полякам принадлежали лучшие земли на Западной Украине. В руках помещиков сосредоточилась почти половина пахотной земли в Киевской и Черниговской губерниях. Огромные территории были в собственности у крупных производителей сахара. Французские и английские банки контролировали угольную промышленность Донбасса. А если удовлетворят требования потомков князя Рюрика, то им отойдет Киево-Печорская лавра, Золотые ворота и Софийский собор. Я не уверена, что Украина, поскольку находится на предефолтном состоянии, денег у них нет, что они примут пакет законов, защищающих права жителей, которые будут пострадавшие. Вот реституция, она как раз их и приведет к плачевному концу. По мнению лидера ЛДПР, если Украина продолжит сближаться с Европой, то вновь перестанет существовать как самостоятельное государство. У Владимира Жириновского в Незалежной также есть небольшое и пока что призрачное наследство. До революции его дед владел мебельной фабрикой в городе Костополь Ровенской области. Если Украина семимильными шагами пойдет в Европу, то хочешь не хочешь, ей придется вернуть и этот завод законному наследнику. Оформил свои права наследства и требую от украинского правительства уже много лет вернуть фабрику мне и доходы, полученные из фабрики. Свои претензии к Украине есть у граждан Румынии, Венгрии, Словакии. Огромные богатства когда-то были экспроприированы у еврейской общины. Она теперь претендует на возврат 2000 объектов. Нажиться на украинской реституции надеются и литовцы, входившие некогда в состав объединенного государства Речи Посполитой. Тем временем для Польши передел Украины, похоже, вопрос уже решенный. На этой неделе в одном из правительственных буклетов напечатали карту Европы, где незалежно изображена разделенная на две части – западную и восточную. Геополитическую ошибку якобы допустило дизайнерское агентство. И, конечно, не по злому умыслу. Дмитрий Пищухин, Андрей Перфилев, Алексей Панасевич, Сергей Васильев. Пятый канал.